acrescento as primeiras vezes. Uma vez os jornais dizem, não sei ali. Está com a bandeira que eu vejo que está a autorista. Поэтому я перейду на русский, чтобы люди были понять, о чем говорится. Юлия Латынина, она известна российская писатель и журналист. Многие из вас знают ее как журналиста. Она написала также много книг. Она пишет как о современной России, также она пишет фантастику. Является одним из ведущих писателей фантастов России. Это пишет фантастику в разных жанрах. По ее романам снят, как минимум, один фильм, я точно знаю. Не надо. Да, ну, от нее не является. Она также является активным журналистом, выступает регулярно на радиостанции «Эхо Москвы». Я знаю нескольких очень важных грузинских, в том числе и министров, которые признались мне, что еженедельно слушают Юлю. И только министры. Да, нет, я точно. Все слушают. Да, ну и там многие другие. Я не слушаю, допустим. Я имею, поскольку я имел счастье общения с ним живую, уже много лет мы знаем друг друга. Но, в общем-то, я радио не слушаю. В том числе и других не слушаю. Значит, Юля, она... Какой вопрос чаще всего мне задают люди, когда я говорю, что я знаю эту латынь? Они говорят, два вопроса. Одно об одном и том же. Одних спрашивают, а она не боится? А они спрашивают, а как же ей удается до сих пор быть живой? То же самое мы бы хотели. Да, потому что она пишет очень ярко и очень невзирая на лица, что называется. Я в качестве анекдота всегда рассказывал ее маленькую колонку, которую я прочитал когда-то в Moscow Times, если не ошибаюсь. Она когда-то давным-давно, значит, Владимир Владимирович Путин назначил представителя правления «Газпрома», господина Миллера. И на вопрос, почему назначили Миллера, ответил, что потому что он очень верный. Вот. Ну, Юля написала одну статью, потом с ней попытались поговорить, объяснить, почему верность очень важна. Потом написала вторую статью. И на было написано, что Владимир Владимирович, в следующий раз, когда вы захотите назначить кого-то, потому что он верный, я дам вам совет. Езжайте на птичий рынок, купите черного резеншнаупсера и назначьте его куда хотите, потому что вернее резеншнаупсера никого не будет. Вот, это было, наверное, как 10 лет назад. Ну, типа того. Да, типа того. Когда Миллера? Чуть-чуть. Да. Ну, правда, я про Лабрадора Кони писала, но это не важно. Про кого? Про Лабрадора Кони. У тебя есть резеншнаупсер, зачем ему птичий? Нет, вы писали про черного резеншнаупсера. Вот. Но все же сегодня мы слушаем Юлю или меня. Я просто хочу сказать, что она ученый, она вела семинары, которые я когда-то создал в Высшей школе экономики. Она человек совершенно бесстрашный. Вчера она была по-английски мужчине, сейчас это уже не видно храбрости, но она в том числе она. Несколько, допустим, 3 года назад посетила Грузию, перейдя незаконно 2 границы. Вот, границу, то есть она сначала посетила Южную Осетию, поскольку ее связывает давняя нервная любовь с Кокоиной. Не сказала бы. Ну как же. Она, видимо, без взаимности в таком случае. Нет, почему? Вы оба друг друга сильно не любите. Вот. Вот таким образом попал в Грузию. В общем, она знала, беседовала со многими преступниками и с хорошими людьми. И сегодня она рассказывает. Одно не исключает другое. В том числе и с преступниками, которые были хорошими людьми. Вот, и она сегодня расскажет про свои воззрения про жизнь, и про Россию, и про открытое общество, и как она себе представляет будущее. У нас будет также второй семинар.
Продолжение этого семинара будет завтра в 17:30. Может быть, нельзя всех удобное время, но тем не менее. То есть, в принципе, те вопросы, которые сегодня окажутся наиболее интересными и при этом объемными, что на них нельзя быстро ответить, на эти вопросы она постарается эти вопросы рассмотреть завтра. Так что завтрашний семинар в какой-то степени будет продолжение при завершении сегодняшнего семинара. Я очень надеюсь, что мы уложимся где-то в 2 часа. Если вы хотите, можем через час примерно сделать небольшой перерыв, чтобы люди могли выйти, размять ноги, а желающие подышать свежую музыку, покурить. Вот. У нас здесь не курят, курят на улице. Значит, если хотите, просто тогда перерыва не будет. Наверное, вы сделаете короткую спринт, потом можно будет начинать задавать вопросы. Да, я думаю, что голосование определило вопрос Пинделла. Да. Я, собственно, думала, с чего начать, тоже как-то смешно рассказать. Отдельно Россия, отдельно Грузия. И поскольку мы здесь, слава богу, я надеюсь... А слышно там сзади? Нет. А как это? Он же живой. А почему же его не слышно? Вот сейчас ближе. Ау? Есть жизнь на Марсе? А вот он теперь. И я как-то так решила начать с глобальных исторических вопросов и с самого слова «история», значение которого полностью утеряно со времен Геродота. Вот когда Геродот писал историю, он писал о событиях. Помните, как у мастера Маргариты? Да, я историк. Сегодня на Патриаршее будет интересная история. Потому что я много думала, вот в чем, собственно, заключается история, и пришла к выводу, что история заключается в событиях. Я потом перейду к Грузии и России, но сначала я буду очень долго говорить о событиях и об исторических незакономерностях, а об исторических особенностях того, как история складывается и того, как рождается открытое общество. Вот первый пример, который я выбрала, очень простой. Пришел Кортес и завоевал непобедимую империю инков. Очень быстро это ему удалось со 162 человеками. И когда спрашивают, как это Кортесу удалось, то обычно следует ответ: вот, у него было огнестрельное оружие. Это действительно правда, что у него было огнестрельное оружие, запас пороха, правда, вскоре кончился, у него были лошади, инки не знали лошадей и очень их пугались вообще. Если кто был в Южной Америке, знает, что там все животные такие дручные и маленькие, самое большое – это лама. Оно, если честно, не производит большого впечатления, их там еле накормишь 10 человек. Вот. У Кортеса также были железные доспехи, что было важно для инков, которые пользовались только обсидианами, всякими ножами и бронзой. Но что самое важное во всей этой истории, и самый простой вопрос. Да, в конце концов, Анды – это горы. И, как известно, горную войну армии вести очень трудно. И особенно в условиях империи инков, которая вся находилась в горных долинах, отрезанных друг от друга глубокими пропастями, через которые были перекинуты веревочные мостики, истребить в этих ситуациях европейцев было не очень сложно. И на самом деле спустя там несколько лет инки это делали, они просто загоняли европейские отряды вот на этой узкой горной дороге и забрасывали их сверху камнями, никакого огнестрельного оружия не надо было. Один из ответов существенных заключался в том, что империя инков пала благодаря тому, что это было самое совершенное, наверное, или самое ужасное в человеческой истории социалистическое государство. Полностью централизованное до такой степени, что даже Иосиф Виссарионович Сталин просто бледнеет перед тем, что такое была империя инков. Это было полное отсутствие частной собственности. Вся собственность была либо общинная, либо непосредственно принадлежала инке. И, в общем, весь урожай, который не изымался общиной, хранился на государственном складе. Если человек куда-то хотел поехать, он должен был выправлять себе подорожную. Если человек не женился до определенного возраста, его женили государственно-насильственно в, да, в порядке производства дальнейших детей. И эта империя была централизована. Вертикаль власти была настолько сильной, что, собственно,
при появлении испанцев местные вожди боялись доносить от Уальпи, что вот тут идут какие-то нехорошие люди, которые собираются тебя завоевать. В общем, появление завоевателей не вписывалось в картину замечательного мира и вертикали власти. И от Уальпи доносили, что тут идут парни, которые тебе хотят поклониться. Вот и кончилось это дело, как известно, тем, что Кортес дошел до лагеря, где был Атуальпа. Атуальпа никак не собирался принимать это поклонение, собирался захватить Кортеса и принести его в жертву. Но Кортесу ничего не оставалось делать в момент, когда на 160 человек испанцев напало или должно было напасть несколько тысяч человек инков, и Кортесу удалось взять Атуальпу в заложники. Это вообще был первый в мировой истории случай, когда государство было захвачено, завоевано путем теракта, а не путем завоевания. После того, как представители вертикали власти взяли в заложники, он повел себя очень странно. Он сказал: «Я там выкуп лишь, у меня выпустили». Он сказал: «Я сдеру все золото с храмов в стране, которая есть, и наполню вот эту комнату до такого-то размера». То есть это даже в голову не пришло, что есть государство, и государство чем-то должно заниматься отличным от спасения его шкуры. И самое удивительное, что всем прочим представителям вертикальной власти под Атуальпой тоже не пришло в голову, что надо заниматься чем-то другим, нежели спасением своего собственного верховного вождя. То есть это поразительный случай, когда очень жесткое, абсолютно коммунистическое государство, оно скончалось в результате мгновенного инсульта, потому что оно оказалось абсолютно недееспособной по сравнению просто с более совершенной формой государственного устройства. Это одна история, которую я хочу рассказать, как странно устроено. А другая история, пожалуй, такая. Вот сейчас очень много пишут о том, о, как хорошо вам стало слышно. Есть такая великая империя, великая цивилизация, которая называется Китай. И исписана масса европейцами тон бумаги относительно того, почему не в Китае совершилась научно-техническая революция. Дело в том, что всегда приводят в пример, что в Китае была изобретена бумага, в Китае было изобретено книгопечатание, в Китае был изобретен компас, в Китае был изобретен порох, и вот, дескать, компасом и порохом китайцы не пользовались. На самом деле, далеко не полный список и далеко не честный перечень, потому что в Китае с упреждением на 500 тысяч лет было изобретено практически все, что составило основу индустриальной промышленной революции в Европе, за исключением Архимедова винта. Были изобретены судна с разделяющимися водонепроницаемыми переборками, были изобретены водяные ветряные мельницы, была изобретена плавка железа, что является критическим моментом. Если кто помнит, то в европейских преданиях кузнец всегда окружен неким священным ореолом. Кузнец – это всегда немножко колдун, потому что ремесло кузнеца было не ремесло, а почти божественная вещь. Железо ковалось. Если железо во время… Европейцы не умели достигать температуры плавки, температуры, необходимой для плавки железа, а если это случайно получалось, то такое железо превращалось, как известно, в чугун и считалось негодным браком. На 1000 лет раньше европейцев китайцы умели плавить руду, превращать ее в чугун и затем делать из чугуна уже сталь, в том, что у европейцев получило потом название пудлинговая печь. И что, собственно, вот этот вот процесс уже двойного превращения руды стал одним из основ промышленной революции. Более того, все эти изобретения в Китае действительно работали. И они действительно обеспечивали значительно более высокий уровень промышленного производства и существования населения. Так что, когда Марко Поло из Европы приехал в Китай, уже завоеванный монголами, то есть Китай сильно подурневший, то Марко Поло развел руками и написал, что я ничего подобного в Европе не видел. И вот масса тон бумаги исписано на предмет того, а почему китайские технические изобретения не стали основой для дальнейшего совершенствования Китая. И, как я уже сказала, этот перечень не точен. И, например, когда в нем значится порох, то
Все забывают одну простую вещь, европейцы обычно забывают, что ведь Китай не вел войн. В отличие от европейцев, которые воевали каждую минуту, каждую секунду, где-нибудь, то в Китае война случалась раз в несколько столетий, зато с полностью разрушительным эффектом, потому что обычно это Китай, который завоевывали варвары. И китайцы применяли порох, но у них не было такой особой надобности. Так вот, одна из самых простых ответов на этот вопрос, а что случилось с Китаем, заключается в том, что его завоевали. Его завоевали сначала монголы, потом его завоевали маньчжуры в 17 веке. И представим себе, что было бы с европейской цивилизацией, если бы ее завоевали сначала в 13, а потом в 17 веке, разрушив полностью дотла. И никто же ведь не пытается отвечать на вопрос, почему погибла Римская империя, рассматривая какие-то сложные теории о том, что Римская империя изнутри была коррумпирована, несовершенна и так далее. Все говорят, да их завоевали варвары. Вот то же самое случилось с Китаем, их завоевали. А это к вопросу о роли событий в истории. Не структур, не ума, а событий. И, наконец, третья история, которую я хочу рассказать, она очень смешная, она касается ислама. Дело в том, что я в последнее время очень много занимаюсь фундаменталистскими современными течениями в исламе. И, как известно, вот современные фундаменталисты-радикалы, ваххабиты их они называют, салафиты, неважно, это очень большая сеть сект, которые иногда враждуют между собой. И главная их особенность заключается в том, что почти все эти секты, почти все эти секты говорят не только про нас, христиан, но и про других мусульман, что другие мусульмане тоже веруют не так. Они мунафики, они муртады, они вероотступники, и мы имеем их право истреблять, потому что они якобы называют себя мусульманами, но мы считаем, что они не мусульмане. Каждый мусульманин, который верует не так, как мы, тот не мусульманин. Вот это очень странная позиция, потому что если и одновременно большинство этих воинствующих сект, очень обиженных на западный образ мысли, всегда уверяющих, что вот американцы, европейцы нас презирают, мусульман считают нелюдями, все они обычно ссылаются, а вот вы знаете, мусульман они считают и презирают, а у нас была великая наука, у нас была математика, мы придумали алгебру, мы придумали слово алгоритм. И вспоминаешь первым делом, что когда ислам придумал алгоритм и алгебру, когда ислам придумал алгоритм и алгебру, то ведь именно исламское общество было самым открытым в тогдашнем средиземноморском мире. Относительно тех стандартов прав человека, которые существовали в Средневековье, они были, в общем-то, не очень высоки. Именно ислам был гораздо более открыт, чем христианство. Тот же султан Саладин, который когда взял Иерусалим, как известно, никого там не вырезал. А когда крестоносцы взяли Иерусалим перед этим, то они всех там нафиг вырезали. Наверное, черкесы бы вам сказали, на это ответили. Так вот, и удивительная вещь заключается в том, что когда пытаешься посмотреть, что происходило с исламским богословием в 8, в 9, в 13 веке, то там находишь одного единственного автора на массу мусульманских ученых, которые исповедовали принцип, если этот человек верует в ислам не так, как я, то он является неверным, и его жизнь и имущество мне дозволено. Этого человека звали Ибн Таймия, он жил в 13 веке, он жил во времена уже монгольского нашествия. Это была первая реакция исламского мира на монгольское нашествие. Первый раз ислам оказался в отступающем положении. И на работы Ибн Таймия ссылаются почти все современные фундаменталисты. И заметьте, еще раз повторяю, были даже не сотни, а тысячи выдающихся исламских ученых. И вот они нашли одного единственного, который, еще раз повторяю, в 13 веке жил, который разделил весь мир на дар аль-ислам, землю ислама, где царствует шариат и мир, и дар аль-харб, землю войны, которая должна быть завоевана, чтобы она стала землей ислама, который сказал, что каждый, кто верует не так, как он и Ибн Таймия, является неверным, и его жизнь и имущество дозволены последователям Ибн Таймия. И даже по меркам тогдашнего очень либерального ислама
в котором уживались различные школы, Ибн Таймия это было чересчур. Бедолагу посадили в тюрьму, и там он сгнил, потому что это была ересь с точки зрения людей свободолюбивых тогдашних. И было еще несколько, очень небольшое количество ученых, часть из которых жила в 18 веке, это прежде всего Абдель-Вахаб. И по мере того, как ислам утрачивал свои позиции, он становился все более жестким и все более ограниченным. Пока в 1928 году, году, когда европейский мир еще верил в бесконечный прогресс, и году, когда как раз копали Суэцкий канал, что было символом прихода просвещения и индустриализации в Египет. Вот в этом самом 1928 году шестеро работников, работавших как раз на компанию Суэцкого канала, вместе с еще одним человеком, которого звали Хасан Аль-Бана, соединились и образовали штуку, которая называется «Мусульманское братство». Это одна из самых влиятельных радикальных исламских организаций сейчас. Она позиционирует себя как довольно мирную организацию, но одним из филиалов этой мирной организации, например, в Палестине, является такая организация, которая называется «Хамас». Вот. И, собственно, Хасан Аль-Бана и его преемник Саид Кутб – это люди, идеология которых послужила основой идеологии Бен Ладена. Бен Ладена очень часто называют ваххабитом, но он как раз не ваххабит, он как раз говорил, что идеология Саида Кутба для него является основой. И это все та же самая история о том, что я не просто мусульманин, я правильно мусульманин, а все остальные, которые веруют не так, как я, они являются неправильными мусульманами, они, их жизнь и имущество мне дозволено, и даже если правитель является мусульманским, но я считаю, что он правит неправильно, он, что он находится в состоянии джахилии, в состоянии язычества, то я должен объявить ему джихад. А заодно и Соединенным Штатам Америки. Так вот, отчего я так долго все говорю эти истории? На мой взгляд, это истории о том, когда пытаешься понять, что является в истории основным, почему то или иное общество вдруг впадает в застой, как, скажем, мусульманские общества, которые еще до несколько столетий до этого были передовыми, то один из основных ответов, не единственный, но один из основных, заключается в том, что с этим обществом произошло некоторое событие. Например, его завоевали. Как завоевали Китай? Как завоевали те же мусульманские страны, потому что их тоже завоевали сначала монголы, а потом турки. То есть мы не имеем дела с аутентичной арабской культурой времен, когда она изобретала алгебру. Как правило, когда люди пытаются найти смысл истории, для меня самый главный ответ на вопрос – это ответ очень простой. Вы знаете, так вышло. Вот почему Россия сейчас занимает такую позицию по отношению к миру, почему в России посадили Ходорковского, почему Россия устраивает газовую войну с Украиной, почему Россия устроила настоящую августовскую войну с Грузией. Вы знаете, произошло некое событие. Событие заключалось в том, что когда Ельцину выбирали преемника, то выбрали специфически мыслящего человека, который первую половину своей жизни провел в КГБ, и который, может быть, он считал, может быть, у него это естественная политика, может быть, да, может быть, у него так получилось, который считал, что вот надо разделить Россию между членами кооператива «Озеро», раздать кому нефть, кому газ. И при этом еще очень хотел себя чувствовать основателем вертикали власти, вершителем истории. Кооператив «Озеро», да, это, вы знаете, дело в том, что большинство людей, которые сейчас правят Россией, они очень давно знакомы с Путиным, и более того, они все имели дачи под Санкт-Петербургом в местечке, которое называлось «Кооператив Озера». Вот здесь жил Путин, вот здесь жил Ковальчук, это товарищ, который у нас занимается наукой. Вот там рядом еще жил Миллер и так далее, который занимается «Газпромом». Вот так получилось. Могли выбрать другого человека. Могли, допустим, мог стать преемником Примакова. И тогда, видимо, внутри российская политика была бы еще более жесткой. То есть Ходорковского, скорее всего, не посадили бы в тюрьму, а попросту расстреляли.
А внешняя российская политика, она была бы, судя по всему, более осмысленной. Она могла бы быть даже более жесткой, чем сейчас, но она не была бы хулиганской. Она бы не заключалась в том, чтобы в огород всех соседей швыряли дохлую кошку с криком «ты меня не уважаешь». Еще раз повторяю, это не значит, что она бы была более, менее имперской. Может быть, она была бы даже более имперской, но она бы подчинялась неким законам логики, а не личным амбициям. Вот. И то же самое, что произошло в Грузии после революции Рус. Я, конечно, да, говорю со стороны, а вот так получилось, что в Грузии пришел к власти замечательный политик. Вот мог прийти какой-нибудь человек, который там стал бы новым Шеварнадзе, который тоже разделил бы все между своими друзьями. И в Грузии продолжало бы быть то, что было бы там в 2002 году, то есть бардак, то есть failed state. Могло бы случиться так, да, что в Грузии пришел бы к власти замечательный человек, но которого не было бы необходимой энергии для проведения реформ. И получилось бы, скажем, Грузия, да, в роли той, которая сейчас пребывает в Украине. Ющенко, в принципе, замечательный человек, но на Украине, с одной стороны, свобода, с другой стороны, бардак. Очень хорошо, что там свобода, но как-то так вот там вот не до конца эта свобода перерастает. Там в ней гораздо больше плюсов, чем минусов, но там реформ на Украине практически не проводится. Вот так получилось. Вот так получилось, что в одной стране пришел к власти властитель, который понимал власть как собственность, а в другой стране пришел к власти властитель, который понимал власть как исторический долг переделки общества, того общества, которое ему досталось. Исторический долг санации общества. И взгляды этих властителей были настолько противоположны, что конфликт между ними был неизбежен, даже если бы там Саакашвили не называл Путина Лилипутин, демонстрируя там хорошее знание российского языка. А может быть, и не называл, может быть, это просто вот так донесли. Но взгляды этих людей были настолько разны, что вышло то, что вышло. Вот так получилось. Вот, собственно, на мой взгляд, это главное, что я хотела сказать. Когда мы говорим об истории, самое важное – понимать, что не везде действуют закономерности, самое важное – понимать, что не везде действует, знаете, там, протестантская этика или какие-то культурные особенности. Часто получается, знаете, так получилось. Вот почему у Вани родился сын дурак? Получилось. А почему у Вани родился сын профессор? Давайте. Вы отвечаете, то есть вы отрицаете причинно-следственность, то, что происходит в России. Я думаю, это не научная точка зрения. Научная все-таки всегда ищет реальные истоки и причины, о которых очень много, как русские пишут, так и на Западе, ну, впрочем, так и думают многие. Так что тут просто не так получилось, а тут есть очень глубокие корни. Основная причина, почему в России произошло, даже при Ельцине, хотя в России считается Ельцин большим демократом, я сомневаюсь, при нем же началась бомбежка от Азии. Простите. Пожалуйста. Вы знаете, вот я еще раз развивала волюнтаристскую теорию истории, которая собственно, в свое время слово «история», вот изобретенное Геродотом, означало именно событие. Вот царица Парисатида, как была описана история Геродота? Царица Парисатида очень хотела отравить свою невестку. И вот она взяла птичку Рентак, намазала маленькую птичку, видимо, перепелочка какая-то, намазала ножичком ядом ножичек с одной стороны и разрезала птичку Рентак, и ту, которая ядом намазана, отдала невестке. Вот Путину очень хотелось съесть Саакашвили. Но вот царица Парисатида действовала так, а Путин действовал так. Вот нельзя желание царицы Парисатиды вывести из, да, некоторых неизбежных культурно-исторических ценностей.
Вот в свое время Макс Вебер написал замечательную книжку про протестантскую этику, которая доказывала, что вот в Европе родились такие-то ценности, и в Европе родилась предпринимательская этика благодаря протестантизму. Вот сейчас, после того, как сначала в Юго-Восточной Азии, потом в Китае произошел тоже взлет индустриальный, появилось множество книжек, которые доказывают, рассказывают хорошее то же самое про протестантскую, про конфуцианскую этику. Ребята, давайте разберемся, протестантская или конфуцианская. И вот как это так странно, конфуцианская этика действует. Вот была страна Китай. Когда был рубеж 19 и 20 века, то на рубеже 19 и 20 века Китай представлял себя failed state, развалившееся государство. Это было государство, в котором половина населения курила опиум для начала, в котором чиновники продавали родину за банку китайской сметаны. Причем это не значит, что чиновники относились хорошо к иностранцам, они их ненавидели. Они их ненавидели, относились к ним очень плохо, считали, что там западные варвары разрушают Китай, но тем не менее все продавали. После этого в этой стране было поднято восстание хитуаней, боксеров, с явного соизволения власти. Каковые хитуане считали, рассказывали про себя, что вот они неуязвимы для пули и по ночам летают над вражескими городами Парижем и Лондоном, сияя там чумы. Поскольку это были, собственно, те самые хитуане, которых потом европейцы, вернее, потом американцы снимали про них замечательные голливудские фильмы о монахах из Шаолиня, которые взглядом умеют останавливать пули. Но тогда Голливуда еще не было. Европейцы были необразованные, что монахи умеют взглядом останавливать пули, они не знали, и просто расстреливали хитуани. Вот тогда вот эта попытка противостоять модернизации окончилась таким неприятным способом. Потом был товарищ Мао, который убил несколько десятков миллионов китайцев. А потом, знаете, Мао кончился, и началась конфуцианская этика. А Дэн Сяопин тут ни при чем. Тут вот общие исторические закономерности. Конфуцианская этика. Вот еще раз повторяю, что, да, это моя личная точка зрения. Всегда у всего можно найти причину. Но я думаю, что когда вот в 2002 году здесь творился бардак, то можно было долго рассуждать о том, что вот Грузия, она устроена определенным образом, в ней эндемична коррупция, как она эндемична в России. Вот с Панкисским ущельем сделать ничего нельзя, вот так они будут выезжать из Панкиси, воровать людей. Вот так устроена Грузия, так веками повелось, такая грузинская душа. Пришел Саакашвили и сломал грузинскую душу о колено. Грузинская душа, судя по всему, ушла в оппозицию, и действительно, есть грузинская душа, вот она недовольна Саакашвили. Я просто думаю, что вопросы будут про Россию. Поэтому мы, так сказать, фундамент. Ну, они осмысливают. Я просто хотел узнать ваше мнение, потому что просто не успел об этом говорить. Мы начали с вами разговаривать, но не закончили. Просто вы очень хорошо знаете Кавказ. Наверное, знаете Кавказ лучше, чем Север. Я Север. Про Азербайджан я не знаю ничего. Вы знаете хорошо, наверное, лучше, чем кто-то для него из моих знакомых, я думаю, что лучше там соответствующих службы, которые в России должны заниматься Северным Кавказом. Это не комплимент. Это не комплимент вам, это скорее порицание этим службам. Вот. Как вы думаете, как вам представляется будущее Северного Кавказа? Потому что будущее важно для нас, это важно, наверное, для России, и в целом, наверное, вообще важно. Я думаю, что это очень важно для России, гораздо менее важно для вас, потому что бы ни творилось на Северном Кавказе, рецепт очень простой. Если у тебя у самого есть нормальное государство, то как бы к нормальному государству это не переливается. Условно говоря, масса чеченских боевиков живет в Турции и в Азербайджане, ну, бывших чеченских боевиков, и они ничего не устраивают ни в Турции, ни в Азербайджане.
Да, если предположить, что на Северном Кавказе произойдет, а такая вероятность есть, ваххабистская революция, там появится либо Эмират Кавказ, что маловероятно, либо перманентный бардак, что более вероятно, то это совершенно не значит, что хоть какая-то часть этого бардака выплеснется в Грузию. Наоборот, если они будут приходить сюда, да, даже если представить себе, что кто-то из них там отправится сюда на лечение или передохнуть, и его пустят, он будет вести себя тише воды, ниже травы. Как сейчас ведут себя люди в Пангейском ущелье, вот я там была позавчера, вчера. И надо сказать, там довольно-таки забавные персонажи сидят. То есть вот те люди, которые там, 800 человек всего осталось, мужская часть беженцев, это, конечно, не беженцы, это политэмигранты. Это политэмигранты, которые ненавидят Россию, ненавидят Кадырова, считают, что Россия украла у Чечни свободу, ну а Кадыров украл тоже у Чечни свободу. Но здесь они ведут себя тише воды, ниже травы, потому что здесь нормальное государство. Я помню, что в 2002 году, я не знаю, знают ли присутствующие или нет, но товарищи Пасаев с Хаттабом даже издали какую-то фетву. Ну, вопрос, имели ли они право издавать фетву, но они ее издали. О том, что Панкисе есть исконно чеченская территория. Ну, как-то вот не вспоминают сейчас вот те, кто там сидят, про исконно чеченскую территорию. И не вспомнят, пока в Грузии нормально. Так, есть Куривы же исконно русская территория. А вот вы как считаете? То есть вы считаете, что есть два варианта развития событий? Вариант, что останется все как есть, ну нет. То есть либо останется бардак Эмират, или... Да, будет либо Эмират, либо бардак. То есть этого не будет. Ну, бардак уже есть практически сейчас, просто он, поскольку он все время возрастает в размере, за исключением одного региона Чечни, где есть фундаменталистское движение на Северном Кавказе, которое само по себе в нормальной стране не опасно. То есть фундаменталисты исламские есть в любой стране, там они могут в Лондоне взорвать метро, они могут в Мадриде взорвать вокзал, но вряд ли существует опасность, что в Лондоне произойдет исламская революция. Да, людей, которые погибли в метро, конечно, очень жалко, но как бы вот структурной опасности для общества нет. А в ситуации, когда есть в обществе чудовищная коррупция, как это происходит в России на Северном Кавказе, да, то это, понимаете, как вот муха откладывает яички. Если муха откладывает яички в мусор, который не убирают, то вылупляется чего-то. Если мусор убирают, то муха может сколько угодно откладывать яички. Вот мусор, мусорное ведро на России, на Северном Кавказе, стоит как посреди Северного Кавказа. И я просто приведу несколько примеров. Да, допустим, в Ингушетии при прежнем президенте Зязикове запросто можно было устроиться в милицию на работу за 700 долларов, да и сейчас можно. Соответственно, устраивались в том числе и боевики. А чиновники боевикам платили. Все, что они, ну не все, что они украли у государства, там, большую часть они относили в Кремль, но значительно они платили боевикам. Когда Зязикова президента сняли с работы, то народ потребовал ответа у его двоюродного брата, который по совместительству являлся его начальником охраны. Этот двоюродный брат говорит, да, говорит, мы платили по 30 миллионов рублей в месяц. Это, между прочим, чуть побольше миллиона долларов. Прилично. Для боевиков в лесу... Они платили кому? Боевикам? Боевикам, боевикам. Начальник охраны президента платил боевикам? Да. Нет, он, понимаете, я думала, что это все утки о полиции, пока этот парень не поклялся об этом на канале. В качестве извинения. Вот, примерно то же самое происходит в Дагестане. Там, по моим подсчетам, уже 10% бизнесменов боевикам платят, а 2% так дают деньги добровольно. И это происходит потому, что их просто, они понимают, что если к ним прицепились, их нафиг убьют. Это очень странно, потому что в Дагестане ваххабитский ислам был всегда маргинальным движением. В Дагестане очень сильные суфии, суфии ваххабитов ненавидят по той же причине, по которой католики ненавидят протестантов. И как-то так всегда казалось, ну да, они будут где-то бегать, они будут взрывать ментов, но они не будут системообразующей силой. Нифига сейчас в Дагестане
практически, да, все бюджетные финансирования, там какой-то кусок потом откатывается в боевик, там бизнесмены тоже платят. В Кабарде очень много бизнесменов стало платить боевикам, хотя в Кабарде, на самом деле, это очень светское государство, и там просто физически очень мало ваххабитов. А которые были, тех извели во время восстания известного, которое случилось в октябре 2005 года. Правда, в Кабарде случилась неприятность. Там поймали шайку, которая вымогала деньги у бизнесменов и предъявляла при этом видеообращение эмира, ваххабитского эмира, Анзора Астемирова, одного из лидеров кавказского сопротивления. И у них это обращение было записано на телефоне, они показывали бизнесменам, те платили. Поймали шайку, правда, выяснилось, что это менты. А обращение было настоящее, а ваххабиты были поддельные. Вот. Но это все не есть хорошо, и это все растет и ширится, за исключением единственного региона, который называется Чечня, где Рамзан ни копейки ваххабитам не дает, все сам забирает. Где, конечно, ваххабиты есть, и там люди в горах бегают, и туда уходит молодежь. Но Рамзан очень жестко с ними борется, а заодно с их родственниками. Потому что практически политика Рамзана состоит в том, что если у семьи кто-то убежал в лес, то либо семью вынудят этого человека из леса вернуть, либо всю эту семью как-то, да, так вот, либо все остальные мужчины в этой семье тоже либо будут убиты, либо уйдут в лес. Дом сгорит, да, кого-то там побьют, ворвутся. В сложившихся исторических условиях это вообще самая действенная мера. Я не говорю, что она действенная вообще, но вот как бы это у Рамзана получается. Другие даже не пытаются. И как-то так вот выбор, да, между этими двумя вариантами, либо вообще ничего не делать, либо, да, там, вводить родовую ответственность, как-то не сулит ничего хорошего в стратегической перспективе. То есть либо будет как у Кадырова, либо как в Ингушетии. Ну, как, да, как в Ингушетии приедет, то есть сейчас вот в Ингушетии, да, там что-то происходит, но сложно сказать, чем это кончится. Я боюсь, что это кончится тем, что Евкуров обречен. Что сделать? Я боюсь, что это кончится тем, что новый президент Ингушетии, Евкуров, он, конечно, обреченный человек. Он человек, который реально пытается что-то сделать, реально пытается бороться, но он там, допустим, он не берет денег, не берет взяток. Это значит, что у него нет денег. Это значит, что он не может заплатить российским властям за назначение там нужного ему министра МВД. Ну, как-то так вот, так куда ни кинь, всюду клин. Пожалуйста, я могу продолжать спрашивать, если вам так интересно. Я думаю, что мы будем на нашей части. Какая есть опасность того, чтобы то, что первобытное, как вы сказали, успешное действие Кадырова распространится на все остальное? Ну, ответ очень простой. Для этого надо быть Кадыром. Для этого надо, извините, иметь яйца, а я как-то вот не вижу структуры и не вижу людей, способных заняться в Дагестане или Кабарде тем же самым. Нет, например, так же присоединить, как бы сперва Ингушетии, объединить как бы две республики, как было при советской власти, а потом постепенно как бы расширить вот эту зону первобытных обычаев, или как это называть, родовое мстительство, это как бы возвращает нас не то, что в прошлый век, но и два. Ну, вы знаете, тут на самом деле двоякое рассуждение. Вот, скажем, израильтяне, когда убивали ребят, людей после Мюнхена, я не говорю, что они занимались это, так сказать, да, они занимались это в внесудебном порядке. А они как-то вот ордера не предъявляли. И были при этом предельно эффективны, но при этой предельной эффективности, если вы помните, они там замочили какого-то левого официанта. Это, к сожалению, вот специфика такого рода внесудебных расправ, когда ими занимается эффективная организация, заключается в том, что с одной стороны они очень высокоэффективны, с другой стороны у них всегда есть процент внесудебных ошибок. А вот Кадыров, он, конечно, очень эффективен.
Он убивает, я вас уверяю, тех, кто действительно является боевиками. Более того, там Кадыров точно знает, кто боевик, а кто нет. Естественно, при этом всегда есть процент несудебных ошибок, не очень большой. И в данном случае это осложняется, как я уже сказала, введением понятия коллективной ответственности. Да, но тут вопрос, может ли Кадыров стать лидером всего Кавказа? Сильно сомневаюсь, потому что для этого, вы знаете, все-таки есть нация, которая на Северном Кавказе не любит еще больше русских, и это чеченцы. Не, ну каждый не любит каждого, да, ну так вот, но вот все-таки согласитесь, вот насчет осети, друзья, это личное. Я думаю, у меня страшная. Чеченцы очень любят осетинцев. Нет, но чеченцев не любят все. Да, вот я не могу сказать, что кабардинцы не любят все. Все знают, что чеченец заполняет любой выделенный ему объем. Что мы имеем? В случае Кадырова, который, ведь он сейчас не на Северном Кавказе, он сейчас занимается не Северным Кавказом, где достаточно тяжело это будет делать, он сейчас занимается Москвой, где это делает легко, потому что ему никто не противостоит. И в Москве уже есть несколько случаев, когда люди Кадырова серьезно вмешивались там, в переделку достаточно крупного бизнеса. Два последних случая, это когда они вмешивались в историю с один раз с нефтяной компанией, Сибирь Энерджи, а другой раз с гостиницей Москва. Ее оба раза отобрали очень плохих владельцев, очень наглых, очень подлых, но тем не менее это произошло с участием Кадырова. А где Москва, где Сибирь Энерджи и где Чечня? И на самом деле я со злорадностью жду момента, когда там интересы Кадырова и Кремля столкнутся, скажем, в контроле, в борьбе за Газпром. Вот тогда мы посмотрим. Ну вот я еще раз вам уже отвечала, что в истории там главную роль играет события, события нельзя предсказывать. Это очень отрицаю очень. А нет, все зависит от того, в какой момент в России. Я не сомневаюсь, что рано или поздно в России настанет демократия. А я даже, скорее всего, может быть, я пессимист, но я могу, скорее всего, предсказать этот момент. А дело в том, что такие режимы, которые сейчас в России, на самом деле достаточно стабильны, а кончаются они со смертью царствующего правителя. Вот режим Франка кончился со смертью Франка. Ни минуты раньше, ни минуты позже. А режим Мао кончился со смертью Мао, ну чуть-чуть попозже, но тем не менее все, он сразу после этого там, начал падать. Я думаю, что с учетом того, что Путин человек полный сил, он будет править еще долго. А когда кончится Путин, кончится этот режим, и я думаю, что точно так же, как после Франка в Испании наступила демократия, так вот в России тоже наступит демократия. Я не думаю, что в ней будет еще один Путин. А, но весь вопрос, что за то время, которое произойдет за это время, ну а скорее всего это будет несколько десятков лет, но большая вероятность, что от России отвалится Северный Кавказ, и большая вероятность, что Россия утратит де-факто, а не де-юре, контроль за частью Дальнего Востока в пользу китайцев. То есть произойдет такая же история, которая в свое время была между Китаем и Россией возле КВЖД. Если вы помните, то вот КВЖД, Китайско-Восточная железная дорога, она была в какой-то смысле символом экспансии России на территорию Китая. Россия не отбирала у Китая территорию, но де-факто там было русское правительство. А вот точно так же Китай не отберет у России территорию, зачем ему это де-юре. Да, там проблемы с ООН, с инвестициями, с международным климатом. Но де-факто там будет китайское правление. А
Относительно Татарстана и Башкортостана, я думаю, что это последние территории, которые так вот из своеобычных территорий, которые отвалятся от России, которые теоретически могут отвалиться от России. Но если процесс зайдет очень далеко, то это, знаете, вот, вот как там дом сгнил. Да, первым крыша провиснет, да, потом и крыльцо треснет. Возможно. Извините, то есть значит ли это, что при жизни Путина проблемы с нашими конфликтными регионами будут так, как они продолжали 17 лет? Да, я думаю, и не надеюсь, еще хуже будет. Спасибо. Ну, Юлия, она сторонница вот этого волонтеристического взгляда, основана на личностях не только. Потому что я считаю, что Каренца, Ельца, Шеварднадзе, Путин, Саакашвили, там ничего не изменилось на самом деле. Отношения были плохие, и они не плохие. Что, при Шеварднадзе война была? Нет, ну это же как бы это тоже продолжение на Абхазии. Ну, что было? Там, война была. Война была. Пожалуйста, давайте. Если есть вопросы, если нет, тогда я продолжу. Я за все. Я спрашиваю. Можно? Да, я хочу на Западе. А как, какова вероятность, ну, для объединения или что-то такое, славянским, скажем, Украины, белорусские? Украины? Никакой. Знаете, по-моему, вне зависимости от того, кто придет к власти на Украине, а, видимо, это будет Юлия Тимошенко, вероятность объединения составляет 0,1%. А Белоруссия? Белоруссия, я думаю, тоже по одной простой причине. Батька, он, да, он классический тип диктатора, в отличие от Путина, который не является классическим диктатором в том смысле, что да, он позволяет друзьям все, а дальше хоть трава не расти. То есть, на самом деле, судя по всему, Кремль не очень заботится, что происходит по всей остальной России, лишь бы картинка на экране телевизора была красивой. А батька является классическим типом диктатора. И, скажем, если у батьки там сын министра обороны или еще кто-то задавит невинную старушку, то батька этого министра обороны публично, прилюдно порвет на фашистский знак. И вообще у батьки там даже не воруют на самом деле. Особо не воруют. Правда, нечего воровать, но это другое. А там и не воруют. Вот. И батька ведет очень умелую политику, которая заключается в том, что он хочет от России все, не получая взамен, не отдавая взамен ничего. Да, он уже сколько там за признание Южной Осетии перетаскал денег, просто как лиса в курей в лес, да? Просто тащит и тащит из России, а Южная Осетия все не признает. И там у него такая, знаете, он хочет быть независимым, как глиста в кишечнике. В том смысле, что глиста от кишечника независим, а вот кишечник, он ее кормит. Собственно, та же модель наличествует у Чечни, у Рамзана Кадырова, причем еще более успешно, да, там, в глобальном масштабе. Чечня на самом деле является полностью независимой страной, а зависимость этой страны от России заключается в том, что Россия платит ей деньги. Ну, чтоб я так жил. Пожалуйста. Как вы оцениваете роль Запада в отношении к России? Отношение к России или к Грузии, или вообще? К России. Ответ – похабную. Как похабную. Мы все, я думаю, все здесь читали доклад госпожи Толярини, краткая суть которого в том, что, знаете, я… Вот грузины начинают, говорят, что войну начали русские, а русские говорят, что войну начали грузины, а мы не знаем. В докладе есть несколько совершенно потрясающих моментов, которые лично меня потрясли. Например, госпожа Толярини долго обсуждает, была ли бомбардировка в январе в ночь 7 на 8 нарушением прав человека. И приходит к выводу, что было. У меня возникает вопрос, но с января бомбили не только с 7 на 8. Его кто-то бомбил, кто-то, в ночь с 8 на 9 и в ночь с 9 на 10, когда были грузинские войска. Просто кто же бомбил с февраля с ночи с 8 на 9 и с 9 на 10? Грузины сами себя бомбили. Да. Да, и если как бы это были не грузины, а если это была Россия, чтобы выбить оттуда грузинские войска,
то это как-то насчет прав человека. Вот госпожа Тальявини почему-то не обсуждает этот момент, при этом совершенно ясно, что она знает, что это дело не грузина, потому что каждый раз, когда речь идет о грузинской бомбардировке, она очень аккуратно обозначает ночь с 7 на 8. А как будто снимали после этого небомбы. Мне также понравился очень пассаж про абхазские бомбардировщики. Госпожа Тальявини очень долго рассуждает, имели ли право абхазские бомбардировщики бомбить Хаторское ущелье. И вы знаете, она приходит к выводу, что не имели, потому что типа вот поводов не было, и вряд ли бы Россия, и вряд ли бы Грузия в этот момент вторглась в Абхазию. При этом почему-то госпожа Тальявини не задала абхазским властям простого вопроса. А покажите нам, пожалуйста, абхазские бомбардировщики. Покажите нам вообще абхазские войска, и вот эта вот великая военно-воздушная держава Абхазия, вот где ее бомбардировщики? И может у нее еще ракетные войска есть? Вот масса таких замечательных тонкостей в докладе Тальявини. Так получилось, что когда он вышел, как раз я пошла на какой-то прием в посольстве, где была куча военных атташе. Я взяла за пуговицу кого-то из них, я не буду называть кого из европейских военных атташе, и говорю, ну, слушайте, это что такое? Он говорит, Европа понимает, что лучше вопросы решать с Россией, чем против России. Ребята, все замечательно, только тогда не набивайтесь в судьи. Если вы считаете, что с Россией надо вступать в переговоры, это очень разумная позиция. Да, вот лучше хулигана, да, лучше с хулиганом вести переговоры. Я считаю, что это неправильно, и не ради Грузии, а ради России, потому что я считаю, что по мере того, как Европа потворствует Путину, для меня, как для гражданина России, это плохо, потому что, простите, мне даже все равно, что будет в Грузии, но мне не все равно, что будет в России. Ну, для меня Россия ближе. Вот. Не называйте себя судьями. Есть профессия переговорщика, который там, да, звонит террорист и говорит, слушай, да, парень, ты хороший, ты прав, да, они тебя мучают, они тебя обижают, они, вот, да, мы заплатим тебе $300 000, но переговорщик называется судьей, и он не пишет потом обвинительного приговора. Конечно, Европа, понимаете, она ушла на пенсию. Это не Европа 19 века, которая отстаивала свои интересы. Я думаю, я просто еще буквально 5 минут, 2-3 минуты займу, потому что, на мой взгляд, это очень важная проблема, одна из ключевых проблем современного мира, которая заключается в том, что некоторые страны, не только Россия, и некоторые общества, как раз в первую очередь это исламские общества, они играют с западным миром в игру под названием «Ты меня обидел». Вот есть такая замечательная книжка Эрика Берна, психолога, одного из последователей Фрейда. Люди, которые играют в игры, и игры, которые играют в людей. Это о том, что некоторым людям, то есть не некоторым, а очень многим людям свойственны на самом деле поведение людей может описываться, да, в терминах игры, которые иногда носят деструктивный характер. Но, например, пьяница, который постоянно говорит своей жене о том, что я брошу пить, а она его постоянно при этом бьет скалкой, и это происходит так 20 лет, а на самом деле они оба играют в взаимную деструктивную игру, которая заключается в том, что пьяница нарочно ведет себя так пакостно, а жене на самом деле доставляет удовольствие бить его скалкой. Некоторые общества сейчас нет крупных тоталитарных обществ. Вот то, что, чего боялся Джордж Орвелл в середине 20 века, когда он писал 1984 год, не произошло. Да? В мире победила открытая экономика, в мире победило открытое общество. А закрытые тоталитарные общества образца 1984 года, они создаются в очень маленьких кусочках, в очень маленьких территориях. Ну, например, там в чистом виде Хамас, в чистом виде Южной Осетии, почти в чистом виде. В слегка ослабленном виде какая-нибудь там Венесуэла, даже сильно ослабленном. Все общества, которые не являются открытыми, они играют
точно так же, как человек, некую деструктивную, на мой взгляд, игру. Как правило, они играют в эту игру с Западом. И, как правило, эта игра называется «Запад меня обидит». Вот исламские фундаменталисты, вот они говорят, Запад меня обидит. Я думаю, не все знают, но это безумно интересно. Дело в том, что ни один исламский фундаменталист не верит, или, по крайней мере, не скажет, что это Бен Ладен взорвал 11 сентября. А все фетвы, которые написаны по этому поводу, звучат так. Я цитирую дословно. Во-первых, это богоугодное дело убивать американцев, в том числе детей и женщин. Это угодно Аллаху. Во-вторых, Бен Ладен этого не делал, а башни-близнецы взорвали сами проклятые американские кяферы, чтобы иметь возможность вторгнуться в Исламскую республику Афганистан, которая их страшно пугала. Вот страны типа Венесуэла или страны типа России, они играют в значительно более ослабленный вариант этой игры. Слава богу, там, да, без взрывов, без 11 сентября, без фундаменталистской идеологии, но все они тоже рассказывают, что Запад меня обидит. И вариант этой игры возможно только при исключительной слабости Запада. Согласитесь, такую игру с монголами нельзя сыграть. Вот представьте себе, в 13 веке нашлось бы какое-то государство, которое бы, или там прослойка, которое бы трындело монголам, вы меня обидели, вы казны. Что бы сделали монголы? Меня интересует ваше мнение насчет Российской Православной Церкви, какую роль играет в российско-английских отношениях, в частности, и вообще во внешней политике России. А можно встречный вопрос? А что вы думаете о Грузинской Православной Церкви? А что это же самое? Ровно в том же самом разрезе. Смелее. Я думаю, насчет Грузинской Православной Церкви, что ни одна церковь, ни русская, ни грузинская, не должна лезть в политику. И не заниматься политикой, потому что религиозные люди должны заниматься религией. Но в последнее время очень активизировались такие там пресловутые единоверия, которые одной рукой перевоплощают крест, а другой рукой бросают бомбы, как-то не вмещается. Но вы знаете, как-то я не помню, чтобы именно Российская Православная Церковь играла главную роль в том, что произошло в российско-грузинской войне. Да, как-то вот не могу сказать, что я хорошо отношусь к нашей православной церкви, но как-то, простите, вот не совсем она виновата в том, что произошло. Вот давайте все-таки задам. Дело решалось в Кремле и на Лубянке. Почему не перевели на русский язык такой? Да, странно. Вроде бы вот целый мешок с аргументами. А зачем? Это, извините, простите, кто хочет, тот пусть и переводит. Я его прочла на английском. Да, конечно, но в российскую публику уже убедили в чем-то там, да, все, поэтому там то все конституционный порядок. Это первый вопрос был. А второй, вот здесь планируется русскоязычное вещание в 2010 году в начале, канал, который будет освещать проблемы Грузии и, видимо, резонирует каким-то образом в Кавказе. Как вы думаете, он смог оказать какое-то влияние? Или это пускай потеряется в вот, потоке пропаганды, которая все равно будет продолжаться? Насчет доклада Тальявини, знаете, кому надо, тот пусть и переводит. Не думаю, что это самое страшное преступление так кровавого путинского режима, что он не перевел доклад Тальявини. Вот, что касается русскоязычного канала, то я считаю, что это палево денег и пропаганда. Пропаганда по определению не потому, каково будет содержание этого канала, может быть совершенно замечательная и совершенно правдивая.
Оно пропаганда в связи с тем, кто является аудиторией этого канала. Я не могу себе представить, кто является естественным. Я понимаю, что мне говорят, да, там внутри Грузии есть армянское меньшинство, азербайджанское меньшинство, которое знает русский, которое не знает грузинского. Но я не могу себе представить, кто является естественным потребителем контента канала, который сначала будет выходить в интернете, на русском языке рассказывать о Грузии. Если бы это был еще русскоязычный сайт, хороший, качественный русскоязычный сайт, я бы поняла, потому что я бы являлась, например, и масса людей в России являлась бы потребителем этого контента. Фильмы по интернету о Грузии, да, на русском языке я точно смотреть не буду. Я подозреваю, что в России будет смотреть очень маленькое количество людей. Еще раз понимаю, повторяю, это абсолютное палево денег. Не по контенту, а по формату. Да, вот тот канал связи, который выбран, он является принципиально неправильным. Принципиально правильным является ситуация, когда правительство организует для независимых средств массовой информации брифинги. Как, кстати, это делало грузинское правительство во время войны. И это было сделано блестяще на очень профессиональном уровне. И правильной, наверное, является ситуация, когда, ну, может правительство организовать какие-то пресс-туры, приглашая туда журналистов из уже имеющихся средств информации. Я вот тоже думал, что было бы очень интересно, если бы вы рассказали бы еще несколько таких вещей, которые, в общем-то, малоизвестны, которые даже вы об этом, когда пишете, все же пишут, ну, это газетные статьи, или даже, может, даже радиовыступления, они более сглажены. Сглажен не означает искажённый, но вы не раскрываете, может быть, там, всего того обилия фактов, которые вы знаете. Потому что я думаю, что вообще мало кто в мире, и в этой аудитории в том числе, представляет вот это все хитросплетение, которое называется российской властью, да, там, власть и бизнес, там, как они связаны. Ну здесь как бы народ-то погрузится. Народ погрузится, наверное, потому что это очень интересно. Несмотря на то, что, может быть, многих персонажей будут неизвестны, да? То есть как принимаете решение тем, да, решение? Да, в 13 веке, да, я стала бы рассказывать, как при дворе японского императора этот чиновник подселил это, этого. Нет, если бы это было бы там Корея, которые японцы там воевали, то с этим там кто-то, я не знаю, кого они в 15 веке воевали, но думаю, что это было бы интересно. Да. Если будете рассказывать в Алжире, может быть, там это будет неинтересно. Но в Грузии это интересно, поскольку это интересно? Интересно, да, да, да. Тем более, что одно с другим связано. Да. Вот. Как принимаются решения, решения, которые имеют отношение, допустим, к экономике, к бизнесу, к политике России? Какое-то несколько ярких событий. Понятно, да. История — это события, да? Вот давайте расскажите нам несколько событий таких. Да, ну, собственно, да, вот последние несколько ярких событий. А то вот говорить про Кадырова, допустим, события. События без Кадырова, как бы. Ну вот несколько ярких последних событий, да, сидит Путин прямо на заседании правительства, оглашает телеграмму журналистам, оглашает телеграмму шведского правительства о том, что шведское правительство разрешило строить газопровод Nord Stream. Ну так возникает вопрос, вот Путина тема газа интересует настолько, что он лично читает подобные телеграммы. Тема, скажем, теракта на Дубровке Путина, очевидно, не настолько интересует, потому что по поводу теракта на Дубровке очередной годовщины он ничего не говорит. Вот про Nordost он не говорил, а про Nord Stream он дочитал телеграмму. При этом возникает вопрос, а как, собственно, устроена торговля газом в России, потому что, вот, например, Путин формально этого не знает. Каждый раз, когда его спрашивают, кому принадлежала там компания Юралтрансгаз или Росукрэнерго, это наши посредники при торговле газом с Украиной, Путин говорил, да там есть какие-то люди с украинской стороны. А там, собственно, никаких людей с украинской стороны не было, а там был, по крайней мере, по утверждению ФБР, Семен Могилевич, который сидел в это время в Москве на Рублевке. И как-то странно, да, вот Семен Могилевич, человек, который
разыскивается там 10 самых разыскиваемых ФБР преступников. Он сидит на Рублевке. Он торгует газом с Венгрией. Он, видимо, кого-то в Кремле сумел убедить, что вот у него венгерские связи там надежные, чтобы это дело обстряпать. Вот он так влез в процесс распределения бабла. Но он же явно не главный в этом процессе. Явно же он для кого-то это бабло отмывает. Вопрос, для кого он отмывает бабло, если в 2003 году лично Путин подписывает договор с Туркменией, согласно которому там Туркмения представляет некоторые права формально Газпрому, а реально компании Евротрансгаз. И в обмен на эти права Россия отказывается от двойного гражданства, то есть продает рабство туркменбаши 140 тысяч российских граждан. Кстати, к вопросу о российских граждан. Сколько там было в Южной Осетии, которых мы полезли защищать? То есть российские граждане – такие странные граждане, права которых Россия защищает только когда они находятся за границей. Когда они находятся внутри России, то их… Они были за границей. А это были за другой границей, понимаете? Вот от туркменбаши их не надо защищать, их надо только от Грузии защищать. Понимаете? С туркменбаши у нас нет идеологических разногласий по вопросу построения государства. Надо полная гармония. Вот, и да, как-то странно. Не, а что произошло с этим временем, надо просто пояснить, потому что не очень ясно. Эти... Было 140 тысяч. Было 140 тысяч российских граждан, которые дожили в Туркмении и имели одновременно туркменское гражданство. И они должны были выбрать либо российское, либо туркменское. А реально это заключалось в том, что они просто потеряли возможность уехать. Там реально было очень тяжело уехать из Туркмении русским. А с одной стороны, их очень угнетали, действительно угнетали. А с другой стороны, понимаете, они были единственными специалистами. То есть их просто физически не отпускали. У меня есть там знакомые, которые сначала женщина уехала из Туркмении якобы на операцию, ее с трудом выпустили. А потом она дала телеграмму мужу, что она умерла. То сумел приехать и муж. Но это было до отмены двойного гражданства. До. А после все. То есть, да? Что значит отменить двойное гражданство? Отменить двойное гражданство, значит, люди были вынуждены выбирать. Они, то есть люди выбрали туркменское гражданство, и все, и лавочка захлопнулась. Они не могут уехать. В России они not welcome. Да? Им в отличие от южных осетин, им не давали паспорта. У них отобрали российские паспорта. Так, вот в обмен на это средство, да, компания реально получилось, что компания, которая называлась Евротрансгаз, имела уставной фонд в 12 тысяч долларов американских, если я не ошибаюсь, и была зарегистрирована в венгерском поселке Чепты четырьмя гражданами, один из которых был адвокат Семен Могилевич, а трое остальных какие-то товарищи из Румынии. Вот эта компания стала экспортировать туркменский газ. А соглашение подписывал Путин. И Путин не знал, кому принадлежит компания. ФБР знает, а Путин не знал. Вот. И вот Путин оглашает телеграмму турецкого правительства. Шведского правительства. То есть вот это механизм, как решение принимается в России относительно газа. Путин знает, да, сколько стоит каждый кубический метр газа на там, заборном пункте в Баумгартене или еще где-то. Ну, там следующее решение Путин объявляет. Говорит Путин, я недоволен тем, что... следующее решение, допустим, Путин объявляет там выдать АвтоВАЗу 55 миллиардов рублей очередного кредита. Замечательная компания АвтоВАЗ, которая руководит... там уже больше съелось. Замечательная компания АвтоВАЗ, которая руководит его друг Сергей Черенцев. Личный друг Путина, глава компании «Ростехнологии». Получила АвтоВАЗ она в позапрошлом году окончательно. АвтоВАЗ и так, знаете, ведро с гайками. Вот, и так, не слава богу. Но под управлением друга Путина компания показала, я считаю, совершенно выдающиеся результаты. До того, как он перешел под контроль Ростехнологии, он показывал кое-какую прибыль, ну там 2-3 миллиарда рублей, неважно, но прибыль была. Под управлением Чемизова в 2008 году при максимальном объеме продаж АвтоВАЗ показал убыток в 1000 долларов на каждой машине. Там получилось где-то 25 миллиардов рублей. Еще 25 миллиардов рублей делалось неизвестно куда, потому что в это время часть АвтоВАЗа купила Рено.
заплатило оно формально тройке диалог, на балансе которой находились акции, куда эти деньги делись, непонятно. А еще у АвтоВАЗа появилась странная привычка, у него есть дилеры. Дилеры получают машину, машина получается бесплатно. Под эти машины зачем-то дилер, на 100% принадлежащий АвтоВАЗу, берет кредит в Сбербанке, а потом куда-то деньги от Сбербанка исчезли, машины исчезли, а кто отвечает за это должен, непонятно. Вроде бы АвтоВАЗ. Сколько этих долгов, тоже просто непонятно. Да? Вот их, и оно неизвестно. Но в таких ситуациях... вот еще замечательный пример. На АвтоВАЗе не собирают в «Жигули» автоматическую коробку передач. При этом за воротами можно тут же ее поставить. Возникает вопрос, а почему это не делать на самом АвтоВАЗе? Ответ. Есть фирма, которая разрабатывает специально для «Жигули» автоматическую коробку передач. Она принадлежит жене господина Чемизова. Но года через два она сделает эту коробку передач. Сколько она денег на нее спалила, тоже неинтересно. Очевидный ответ, но если дала деньги вот в такой ситуации, так надо сначала господина Чемизова прогнать. Как-никак государственное предприятие, да там, несложно господина Чемизова сменить. Его не надо сажать в тюрьму, как Ходорковскую, его нужно просто уволить. Но господин Чемизов будет получать деньги дальше, причем в невозвратном количестве. Делаются решения в России. Суть управления российским обществом в настоящий момент заключается в том, что друзьям даются те или иные куски, сначала те или иные куски собственности, а потом, когда эта собственность оказывается неэффективной, им еще даются деньги. Поскольку Медведев в этом процессе не принимает участия, потому что он маленький, его не пускают, да, в то место, где делят пирог, то он не принимает участия в управлении. В последнее время Россия нашла нового союзника, Турцию, которая во многом подыгрывает России. Как вы считаете, насколько далеко может зайти вот это взаимодействие с Турцией, насколько ослабевают люди с Западом, которые есть все время какие-то спинки на нас? Знаете, я как-то не верю, чтобы Турция была союзником России. Турция только что нанесла Путину личное оскорбление, отказавшись выдавать Сульмана Исмаилова, тем более возбуждать против него уголовное дело. По естественной причине, потому что Турция – это нормальная страна. Сульман Исмаилов – это товарищ, которому принадлежал черкизовский рынок, вернее, часть черкизовского рынка. Но это очень смешная история, потому что всю жизнь человек возил контрабанду и продавал. Всю жизнь платил генералам ФСБ, он платил генералам, сам различным группировкам платил. А проблема России заключается в том, что, понимаете, надо платить слишком большому количеству генералов. Вот Путин сейчас не может построить Олимпиаду в Сочи, судя по всему. А почему? Потому что там очень много различных чиновничьих группировок борются между собой. И каждая просит денег за то чтобы бизнесмен начал работать. А если не заплатишь кому-то, он тебе обосрет всю малину. А если заплатишь всем, то общая совокупность заплатных взяток, она превышает в разы всякую клику. Поэтому ничего не строится. С господином Смаиловым случилась похожая история. С него просило такое количество народа деньги, что это просто перестало окупаться. Господин Исмаилов в какой-то момент послал. Бизнес его, еще раз повторяю, был весь черный, и сам Исмаилов очень нехороший человек. Как очень много людей, которые делают бизнес на гешефте, на своей близости к власти, они становятся очень вальяжными, они на самом деле плохие бизнесмены, они не умеют считать прибыли и убытки. Там все их инвестиции, свозить чиновника на курорт и получить какую-то прибыль. Бизнес, на самом деле, они вести не умеют. А господин Исмаилов после очередного обыска в Праге, который был года два назад, там у него было очередное обострение. Прага – это ресторан Прага. Прага – это ресторан Прага, который был совершенно убыточный, и он держался за тем, что приходил время от времени генерал ФСБ и говорил: «Я хочу банкет на 200 персон». Естественно, он получал банкет на 200 персон,
там потом приходил другой генерал, вот третий. Понятно, что Франко была вытеснена бизнесом, вот это не оккупация. Вот, и... Платить за банкетов, то, конечно. Ну так, ну кто же, как этот генерал ФСБ может... Вы оскорбляете российскую власть. Генерал ФСБ платит за банкет. Он кто? Генерал или хрень какая-то собачья? Он что, американец? Платит. Вот и когда у Тельмана опускали очередную расправу, то... Я вам скажу, два года назад он был самым приближенным к ДСР. Нет, не сам, не сам. Как он? Тельман бы хотел? Нет, конечно. Все? Нет. Да ладно. Но он был приближен к... Нет, к Лужкову, да. Нет, к людям. Вот. И он приближен не к тем, да, он был приближен не к тем партии. У нас же много силовиков, да, у силовиков много разных партий. Партии эти зависят от того, кто какой бизнес контролирует. И это создает абсолютно непреодолимые идеологические противоречия, потому что ну, там за все можно договориться. Да, там по поводу идеологии, по поводу того, там строить коммунизм, не строить коммунизм. Но вот относительно там миллиона долларов, согласитесь, ну совершенно нельзя договориться. Если он лежит в кармане у Игоря Ивановича Сечина, совершенно нельзя договориться, да, о том, что он будет лежать также в кармане, скажем, господина Черкесова. Это представитель других силовиков. Вот. И поэтому между ними непреодолимое противоречие. Например, того, кто получит этот миллион долларов. И кто получит господина Исмаилова. И вот, когда очередной раз обыскивали Прагу, выгребли из сейфа бриллианты, и племянник Исмаилова страшно ругался, говорит, вот даже приличный подарок сделать на этому. Значит, вот, и мы о чем бишь, да, о том, как... О Турции, о Турции. Кто такой был Исмаилов? Да, вот товарищ Исмаилов вот занимался этим бизнесом. И, как я уже сказала, в какой-то момент ему это досточертело. Он забрал бабки, как бы забрал все ключи от сейфа, в котором лежали схемы. Схемы того, как возить контрабанду. И свалил в Турцию, где построил отель за несколько миллиардов долларов, который вряд ли когда-нибудь окупится. Ну, там, вот когда солнце погаснет, наверное, он окупится. Вот, на открытие пригласил там чертову кучу американских актеров, голливудских каких-то звезд. Лужкова пригласил, Лужков там для него писал. А вот то, что генералов не пригласил. Так еще ж, понимаете, он отель построил в Турции, а не в Сочи. Но это же оскорбление величества. Короче говоря, Путин уже когда увидел этот отель в Турции, он просто не стерпел и сказал, а где посадки? Это, кстати, тоже к вопросу о том, как управляется Россия. Вот Исмаилов возил контрабанду, не было никакой проблемы. В тот момент, когда он построил отель в Турции, раздался голос, а где посадки? А сажать Исмаилова было уже поздно, он уже улетел. Ему предложили вернуться. ФСБ ему говорила, парень, прилетай, мы договоримся. Им действительно очень было важно договориться, потому что, как я уже сказала, он узнал ключи от схем, да, по которым возилась контрабанда. А Исмаилов как умный тат, а он тат, он горский еврей. Почему Турция, собственно? Прислал самолет свой, личный, но пустой. С золоченым хвостом. Я видела этот самолет. Потрясающе впечатление. Невероятно. Я как-то видела этот самолет. Представьте себе, стоит такой пузатенький, я не помню какой. И хвост золоченый, натуральный. Да? Вот этот золоченый... Я не знаю, как там с аэродинамикой. Я представляю, что золото. Вот. Эта штука с золоченым хвостом села. Я тут же штурмом взял спецназ. Пустой. Звонит Исмаилов, говорит, это вы так договариваетесь? А где посадки? Самолет сел, а Исмаилов нет. Короче говоря, что произошло дальше? Дальше там на рынке арестовали контрабанду в размере 2 миллиардов долларов, которую привезли из Китая, и сказали, что это контрабанда, что вот сюда это. Но проблема заключается в том, что это было 2 миллиарда товаров китайских торговцев. Кто-то из этих был крупные торговцы, а кто-то из них был очень мелкие китайские торговцы, которые, ну вы представьте себе среднестатистического китайца, который очень трудолюбивый человек, который всю жизнь мечтает стать маленьким бизнесменом,
который работает где-нибудь на сборочном производстве в Шанхае, он работает так, он работает на положении раба 5 лет. Он спит, ест около этого конвейера и делает одно движение, вот так. Да, какую-нибудь микросхему переставляет. И так за 5 лет ему на счет приходит 5000 долларов. На эти 5000 долларов он открывает какую-нибудь маленькую лавочку или делает свой маленький бизнес и начинает, допустим, водить барахло в России. А этот простой китаец из какого-нибудь села, который даже китайской грамоты не знает, не говоря уже о русской, он просто не знает, что товар в Россию возят другим способом, что в России есть таможня, что в России есть граница. И мало знает, он знает, что вот надо прийти в Гуанчжоу в такое-то место, сдать этот тюк, а потом забрать его в Москве. Этот тюк поедет морем, будет растаможен через северо-западную таможню, на которой сидит приятель Путина, и вот попадет в Москву. А как китайцы не знают? Он считает, что так надо. Он всю жизнь так возил, и вдруг ему говорят, что это контрабанда. А между тем, значит, за эти 5000 долларов он, как я уже сказала, пахал как раб на галерах 5 лет. А еще там еще какие-нибудь другие 5000 долларов он взял в долг. А в Китае долги не отдавать не принято. Вот принято повеситься, если ты не отдал долг. Такая деловая этика. А, вот, и, но это была целая трагедия для этих маленьких несчастных китайцев. А китайское правительство, оно всерьез принимает заботы простых китайских граждан. Оно сказало, что за дела? Кремль сказал, тогда китайское правительство сказало, нет, парни, вы не поняли, мы вам только что дали 25 миллиардов, вернее, должны были дать 25 миллиардов долларов кредита на строительство труб в Китае. Так вот, мы очередной транш задерживаем. Тут Кремль все сразу понял и сказал, вернуть товар китайским торговцам. Но тут возникла проблема, которая заключалась в том, что за то время, пока товар лежал, ФСБ, ИВД и другие соответствующие службы его просто украли. То есть, ну как бы, ну возвращать-то нечего. Ну, долги-то не есть. Да, ну насчет долгов не знаю. Дети есть. Да, вот. Да. А, и склады сгорели. А что, как, я думаю, что это сильно осложнит будущие российско-китайские отношения, потому что Китай, он защищает права с китайских граждан не только в Южной Осетии. Громче. Вы говорили об играх, очень было интересно. Знаете, мне интересно, вот какая игра идет сейчас с Ираном? И можно ли играть с Ираном такую перспективную игру, которая уже называется? Это замечательный вопрос, потому что Иран, как и Монголы, не относится к числу тех государств, в которых можно играть в игры. А я думаю, что с Ираном идет следующая игра. Я думаю, это мое личное мнение, что у Путина, да вот, чем отличается открытая экономика по типу принимаемых решений от закрытого авторитарного или квази-авторитарного общества? Вот в открытой экономике миллионы людей принимают миллионы самостоятельных решений. И в результате общее ВВП страны увеличивается. А в закрытых экономиках решение принимает один государь. Ну, может быть, там пара приближенных к нему людей. А, и экономика начинает отставать. Вот у Путина есть такая проблема, что российская экономика, она отстает, и, собственно, российская экономика заключается в том, что Россия вывозит нефть и газ и импортирует все остальное, начиная там от мобилей, покончая куском масла. И это мое личное ощущение, что у Путина есть такая сверхидея, что какой-то удачный спецоперации, каким-то удачной интригой. А это вот, удачным созданием ситуации можно исправить ситуацию и всех облапошить. Раз и облапошить. Одна из таких его сверхидей заключается в том, что с помощью спецоперации, интриг и нагнетания напряженности можно повысить цены на нефть. А эта идея абсолютно не лишена смысла. Более того, Путин этим довольно успешно занимается. Этим еще более успешно занимаются арабские страны. И идея Путина заключается в том, что если между Израилем и Ираном вспыхнет война, то на этом костре цены попрут вверх, и это будет прекрасно для компании Google. А компания
Гунвар. Это компания, которая принадлежит... Да, это компания, которая экспортирует значительную часть российской нефти и принадлежит по счастливому совпадению другу Путину, господину Тимченко. Тоже жил в кооперативе «Озеро». По счастливому совпадению, вот ЮКОС отняли тогда, что вот нефть его стала экспортировать компания. А история с Ираном очень хорошая история того, как стратегические интересы России оказываются противоположны практическим интересам Кремля, потому что стратегические интересы России заключаются в том, чтобы Иран не обладал ядерным оружием. Тактические интересы Кремля заключаются в том, чтобы повысить цену на нефть, потому что от этого будет хорошо приближенным к Кремлю нефтяным проектом. Слышу, да. И второе, тоже взаимосвязано с первым вопросом, это во время войны и после прошлого 2008 года, который несколько раз заявил, что он, в общем-то, поможет России в регулировании, примет участие в военных действиях против Грузии. Так не принял? Нет, но вот... Вроде как бы отрекся. Вроде это Россия послала послов, а не Кадырова. Там другие. Не-не-не, слушайте, не путайте Кадырова с Евагаевым, у них плохие отношения. Да-да-да, вот как это известно. И меня интересует, насколько возможности Кадырова, то есть он позволит себе ворваться, ну, попасть на Грузию. Вы знаете, Кадыров с удовольствием и на Грузию, и на Дагестан, и в Венесуэлу, да, я не думаю, что Россия... Нет, с удовольствием, если за это будет что-то больше. Нет, это ему за это что-то по определению будет, потому что это увеличение своего влияния. Но я не думаю, что Россия пошлет Кадырова, скажем, в Грузию, потому что, ну, это просто сильно увеличивает его влияние. А, как я уже сказала, там, я думаю, что для Кремля реальная проблема, которая заключается в том, что Кадыров заполняет весь выделенный ему объем, как газ. А поскольку никаких пределов нету, то этот объем увеличивается бесконечно. И поскольку Кадыров является на самом деле самым сильным, одним из самых сильных людей в современной России, то я думаю, что у многих в Кремле так слегка очко поигрывает. Потому что я, например, знаю случаи, что люди, за которых Кадыров заступался, в частности, например, Михаил Гуцериев, у них, наоборот, возникали проблемы с Кремлем. Еще раз повторяю, Кремль не хочет усиления Кадырова, но это происходит вследствие слабости Кремля и силы Кадырова. И я не думаю, что Кремль пустит Кадырова воевать в ту же самую угрозу. Да и не обращайте особенно внимания на заявление Кадырова. Да? Он заявит что угодно. Да? Вопрос, что он делает. Да? Его слова, его публичные слова, значит, на самом деле довольно мало. Он произносит привычную риторику за то, что приятно слушать Кремль. Кстати, он совершенно прав. С моей точки зрения, это очень правильная для Чечни политика. Вот. А что касается дальнейших взаимоотношений, я, как уже сказала, у меня есть большой пессимизм по этому поводу. Я думаю, что тактика Кремля в течение ближайших нескольких лет будет состоять в создании для Грузии мелких, а желательно крупных неприятностей. А мелкие неприятности будут заключаться в том, что будет там взрываться то железная дорога, да, то как-то переносится граница, то какой-то что-нибудь скажет, то там, если есть возможность поддержать оппозицию, то какую-то часть оппозиции можно будет поддержать и написать, да, сразу, что вот он сейчас проклятый режим Саакашвили пойдет. И это все будет создавать, это имеет цель создать, да, то скажут, что в Панкизе завелась Аль-Каида,
И это все от части общей тактики, которая заключается в том, чтобы не создавать крупных неприятностей, на которые можно пожаловаться в ООН, и создавать мелкие, которые осложняют жизнь, вызывают беспокойство у инвестора и вызывают беспокойство у самих грузин. Но обязательно кто-то подумает, ну черт, вот там опять что-то случилось, а может без Саакашвили будет легче? Потому что ежедневное напряжение мелкое, оно изматывает больше, чем одна большая война. Это первое. И второе, я думаю, что, понимаете, Кремль так устроен, по моим представлениям. Вот есть господин Ибралидзе, да? Вот я не стояла, но происходит это примерно так. Сидит какой-нибудь Алик. Приходит к нему, условно говоря, там, майор ФСБ. Рожь такая. Слышь, ты, Алик Рыдок, ты кого-то замочил или ты что-то не так вез, там, плати $10 000 за то, чтобы я тебя отмазал. Алик Рыдок платит $10 000, а потом говорит: слушай, кореш, у меня есть идея. У меня, знаешь, в Грузии все схвачено. Я вот конкретно, все министры построили, я тут депутатам заплатил. Вот так вот могу свергнуть Саакашвили, если вы мне дадите $1 000 000. Ты доложи своему начальству, что вот я могу свергнуть Саакашвили, а этот $1 000 000 мы с тобой купим. Ну, наверное, не просят так. Нет, просто это практика известна. Когда деньгами, он сразу просчитает, она говорит, ну деньги легко, дайте мне там, не знаю, вот то здание ставит, ну что кого, дайте бизнес. Да, на самом деле, да, просят на тубы. А вот дальше Алик Рынок там получает какие-то претензии, там, обязательства где-то надо исполнять. Он идет в Грузии, предлагает каким-то дебилам деньги, да, за то, чтобы они сделали военный переворот. Дебилы, ну кто возьмет деньги от Алика Рынка? Вот кто возьмет, тот и попался. Да, через некоторое время появляется другой персонаж такого же типа, говорит, а я сделаю, да, у меня в Грузии все схвачено. Но это будет бесконечно, и, как я уже сказала, это уже заключается в том, что разбой ржавое ружье стреляет. У нас уже был Полоний, у нас уже был инцидент с Ющенко, а там мечта о том, что Саакашвили куда-то должен испариться, она не умирает. Как вы расцениваете последнее заявление Путина на юбилее Примакова, что с Грузией можно все уладить? Так, а он же, по-моему, сказал, что уже все как бы улажено, да, досталась формальность. Потому что это вызвало такой, говорят, ажиотаж среди оппозиции, что вот он все нам дает. Сейчас. Как, среди оппозиции? Наши. Нет, я понимаю, что ваши, но это характеризует вашу оппозицию. Если это случилось, то, ну, что я могу сказать? Ну, вот это очередная серия бесконечной мыльной оперы про Алика Рынка. Да, вот еще, вот снова нашлись люди, да, она не прибывается, хорошо спела, все улажено. Ну, к сожалению, я скажу, я в этом не вопрос задам, а ответ. Но пока у нас есть люди, которые считают, что, значит, на самом деле Путин очень хочет уладить отношения и очень любит Грузию, и, не знаю, Каспий вырос или еще что-то сделал. Примаков там мечтает о том, что вроде было хорошо, поскольку он не родился там. Значит, и что вообще там вот таким образом дела устроены. И все дело только в том, что вот тут не смогли правильный язык найти, подход, и вот надо было там, не знаю, там жареным поросенком ехать к Путину, а там они еще с чем-то. До сих пор, пока, конечно, такие мысли, они будут все время использовать такой подход. И очевидно, летом в этом отношении является, конечно, мне кажется, вот эта идея, что сейчас церкви начнут сближать с Россией в Грузию, и что Патриарх Кирилл, который на самом деле является... Приглашен. Да, который приглашен приехать, чего тут приедет. Я думаю, что если он приедет, будет только хорошо, потому что тогда уже все вещи будут названы своими именами, потому что если человек, который говорил, что, значит, ну, то есть говорил про то, что, значит, Северная Осетия и Абхазия не имеют будет никакого отношения, там должна быть значит, проблема там, церкви. И почему-то мы это переводим на языке, значит, нашим так, что это он поддерживает там церковное единство и руду Грузии. Вот, то
Так вот пока вот эти идеи, или что от того, что там люди поедут и споют песню Суликов в Москве, от того что-то произойдет, пока вот эти бредовые идеи будут жить, да, понятно, что будет, соответственно, эти же бредовые идеи живут не в камнях, а в людях. И эти люди пока есть, значит, можно через них влиять. И потому что эти люди, может, очень добрые, может, очень хорошие и, значит, воцерковленные. Но они есть то слабое звено, через которое будет пытаться влиять, по-моему. Всегда. Ну, тут я еще просто добавлю, что вот, да, всегда говорят, кто первый начал. Я просто знаю, что когда Саакашвили первый свой визит нанес Путину, пошел в церковь, молился перед этим, лишь бы все было хорошо. А Саакашвили, в конце концов, когда он назначил Капу Ахтандиловича министром экономического развития, ну, Саакашвили только мечтал о том, чтобы российские бизнесмены пришли в Грузию и могли они, собственно, в этот момент Грузию скупить. Почему-то в Кремле Саакашвили явно не боялся российских бизнесменов. А почему-то в Кремле это было воспринято... В Кремле был прямой запрет значительной части представителей российского бизнеса на то, чтобы что-то делать в Грузии. Что, собственно, да, смешно даже с тактической точки зрения. Но давайте лучше пусть российский бизнес купит часть Грузии, а потом через этот российский бизнес влиять. То есть, как я уже сказала, это во многом вопрос психологии. Я совсем недавно, просто как раз занимаюсь чеченцами, я этого не знала. Оказывается, когда Саакашвили пришел к власти, тут нескольких чеченцев отдали из тюрьмы России. Непонятно, с какого перепугу, потому что, да, там вопрос, были ли террористами, вряд ли, боевиками, но они сражались за свободу Чечни, чего их отдавать. Вот, то есть видно, что Саакашвили не просто шел на уступки Путину, а шел, еще раз хотел идти. Но, понимаете, это же очень простая психология. Если ты хочешь с кем-то поссориться, ты всегда поссоришься. Ты всегда найдешь повод сказать там, если человек вошел к тебе в синем костюме, ты скажешь, а почему не в черном? Если ты войдешь в черном, скажешь, почему не в синем? Прикопаться можно всегда. Поэтому, на мой взгляд, претензия о том, что вот, да, естественно, а ненависть — это такая штука, которая взаимная. То есть это вот любовь бывает без взаимности, а ненависть без взаимности не бывает. Если кого-то там 20 раз назвать земляным червяком, он обязательно тебе ответит. И тогда ты имеешь право сказать: о, он меня называл земляным червяком, о, Саакашвили плохое говорил про Россию, надо говорить только хорошее. Ну, то есть я никак не могу сказать, что вот в этой взаимной перепалке Саакашвили, там, психологическая вина лежит на Саакашвили. Я думаю, что история началась с того, как случилась оранжевая революция на Украине, и Путину доложили, что проклятый Запад окружает Россию кольцом врагов, с целью сменить режим Путина. Вот тут, да, крыша уехала. Вы говорили, что там бардак на Северном Кавказе, все СМИ с Россией будут воевали в Абхазии, в Осетии, там с Украиной холодная война газовая, там Севастополь, флот у вас. Ну и всех этих центров, всех этих событий собирается Россия провести Олимпиаду. Что вы думаете, что ожидают власти от этой Олимпиады? И что вы думаете, что на самом деле получится? Ну, знаете, как показал опыт, даже Московская Олимпиада при условии вторжения в Афганистан, ну, кособокая немножко получилась, но ничего, прошло. Я думаю, вряд ли кто-то отменит Олимпиаду в Сочи, вне зависимости от того, что сделает Россия. Но там, я думаю, история с докладом Тальявини для всех должна быть уроком. Не отменят никогда. А другое дело, что вот у меня есть впечатление, что в Сочи довольно мало будет построено. Но вот то, что будет построено, и будет объявлена Олимпиада. Это Сочи, это же вообще там такая удивительная история. Вопрос о том, как в России принимаются решения. Вот Россия за последние 8 лет правления Путина, она получила где-то 1,5 триллиона нефтяной бонанзы, 1,5 триллиона долларов в бюджет. Вы знаете, на это не выстроено ни одного автобана. Физически в России за это время не выстроено ни одного километра дороги, который соответствует современным международным понятиям о скоростном шоссе. Ну, там вот
это вроде несколько менее низкого класса выстроено, но там. Китай за это время построил, по-моему, 60 тысяч километров дорог, если, не дай бог, соврать, такого класса. Ну, а и похуже, да, там между провинциями чего-то. На соответствующих китайских сайтах сказано, смотрите на сайте провинции. Вот, одновременно Россия строит, скажем, мост на остров Русский, где должен проходить Азиатско-Тихоокеанский саммит. Мост будет стоить, если его построят, $1 млрд, а население остров Русский составляет 3000 человек. Пропускная способность моста 50 тысяч автомобилей. А Путину долго объясняли разные эксперты, что как бы типа вот, ну, не совсем понятно, что будет ездить по мосту. А решение, предложенное в конце концов Кремлем, было абсолютно гениальное. А мы на острове построим университет. Потом. Нет, одновременно. 10 миллиардов долларов. Мне бы такие бабки. Долларов. Университет. 10 миллиардов долларов. А возник вопрос, а кто в нем будет учиться? А китайцы, отвечают крепко. Ну, как-то вот китайцы, я не уверена, что они поедут в Владивосток учиться. Есть сильно у меня подозрение, что они поедут в Гарвард. Вот книжка китайской студентки, первой китайской студентки, поступившей в Гарвард, о том, она так и называлась тупо, о том, как китайской студентке поступить в Гарвард. Она продалась 3 миллионами копий. Я не уверена, что книжка о том, как поступить в Владивостокский университет. А сколько ваше? Нет, ну университет, ну я могу сказать, китайцы, допустим, они скопировали на Тенгерский университет полностью. Нингбо. Университет Нингбо обошелся 127 миллионов долларов. А Тенгерский университет достаточно крупный университет, то есть там учится, наверное, около 20 тысяч человек. Как у меня встречный вопрос, как может развязка автомобильная в Москве стоить 2 миллиарда долларов? Климатические условия тяжелые. На самом деле, в Москве было, я расскажу, как это можно строить, то, что кое-что полное, все составлено. Есть такой Лефортовский вал и сад. Парк. Лефортовский парк, он знаменательный для российской истории, потому что именно в Лефортовском парке, как известно, значит, великий государь будущего. Петр Первый потерял невинность, значит, с местной мембрией. Вот. Поэтому, конечно, это такой исторический парк. Соответственно, через него надо вести дорогу. Значит, было несколько вариантов, как вести дорогу. Самый дешевый вариант, ну, посчитать, что Петр Первый не будет против, если дорога пройдет через парк. Более дорогой вариант построить в эстакаду. Который через парк будет идти, ну там несколько опор. Третий вариант, более дорогой, чем эстакады, это построить неглубокого залегания тоннеля. Да? То есть вырыть канал, такой большой доход, на Варшаву в свое время, когда строили метро, сделать там метро, потом засыпать и засадить снова растения. И четвертый вариант, самый дорогой, значит, построить глубокий тоннель. Вырыв его, как там. Значит, ну, как легко доказаться, какое было решение? Четвертое, конечно. Четвертое решение. Потому что оно стоило не меньше 700 миллионов долларов. Останется только раз дешевле. Вот. Процесс строительства, потом кто-то сказал, подождите, ну это же будет тоннель в одну сторону только. Ну, сказать, ну это лужка. А он говорит, да, а в одну сторону, а как же так? Это же непорядок, должен быть тоннель две стороны, туда и обратно. И главный инженер проекта, который был человек, по всей видимости, хороший специалист по тоннелям, но тупой, он сказал, ну, Юрий, раз вы так хотите, тогда мы вот ему завершим этот тоннель прокладывать, потом мы продолжим второй тоннель в эту сторону. Вот. Потому что это такой есть проходческий щит, круглая штука, которая стоит очень дорого, которых очень мало в мире вообще, потому что редко такой тоннель выводит. Диаметр 14 метров, все будешь прокладывать тоннель. Пушков сказал, нет, что вы, как же так, надо купить еще один щит и проложить другой тоннель с той стороны. Ну вот, так оно было сделано, каждый щит стоит 120 миллионов евро.
Вот. Ну и сейчас фокусы Донецк, да, вырыт, пробурит, называется, двух направлений. Четыре раза. Ну, если ты из это очень здорово. Ну, что я могу сказать, так посчитали. А, кстати говоря, с развязкой за 2 миллиарда долларов... Это тоже очень дорого, это просто чудовищно дорого. С развязкой за 2 миллиарда долларов та же самая история, потому что развязка такая дорогая за счет того, что она должна проходить под Ленинградской веткой метро. Если кто был в Москве, знает, что это одна из самых глубоких веток метро в Москве. Плюс под ней там грунт плывун, еще очень много, что-то такое вот... А мы не боимся сложности. Да. Но здесь меня очень хорошо. Так, пожалуйста. Во-первых, хочу извиниться, нам были забиты русские языки. Во-вторых, поблагодарность вам, что вы так правильно пишете, говорите. Мой вопрос. 12 ноября в личке «Единая Россия», как бы, да, вы сыны. И наши эксперты увидели какой-то маленький раскол между президентом и премьер-министром. Мой вопрос. Это увидели, а из Тбилиси так? Реально, как вы, эксперт, анализ? Понятно. Да, это очень распространенная болезнь среди политологов. Она вообще очень заразительна. А вот люди с такой надеждой вкладываются в экран, пытаясь найти какие-то различия между Путиным и Медведевым, что у них начинаются галлюцинации. Она называется Варчин, даже на Блинцель. Да, понимаете, не может быть различия между человеком и его, да, и его марионеткой. Они периодически возникают на психологическом уровне, потому что Медведеву, ну, очень обидно, что его не принимают всерьез. И он там действительно, наверное, внутренне обижен на Путина. Так и... слышал, называют черную водолазку. И Путину, наверное, тоже иногда обидно, что там марионетка его вместо самого Путина ей, скажем, встречается с Обамой. Или называют черную водолазку. Да, вот обидно, да, вот почему она, а не я. Но, понимаете, это к вопросу о психологии, это не к вопросу о политических разногласиях. А как я уже сказала, процесс управления Россией заключается в процессе дележки денег и раздачи их друзьям Путина. Я не видела, чтобы хоть какой-то маленький кусочек из этого обвалился друзьям Медведева. Я даже не понимаю, на что он бедный существует, на что он бедный покупает свою черную водолазку. Нельзя отпускать сюда на колбасу. Я могу вам сказать, да, у Медведева есть какие-то друзья, они очень хорошие люди, одного, например, зовут Евгений Гальфандер, он возглавляет институт, который называется Инсоры, который там честно хочет какие-то реформы проводить. И я помню, однажды Гальфандер мне говорит: Юля, так нам через 3 дня приедет Медведев послушать лекцию о том, как должна быть устроена либеральная экономика. Я не пошла на эту лекцию, ну, чтобы как бы, да, не мозолить глаза. А через 3 дня мне звонит мой приятель, у которого офис рядом с институтом Гантмахера, и говорит: слушай, Юль, я тут стою на Садовом кольце, оно перекрыто в обе стороны. Я говорю: а что такое случилось? Он говорит: это Медведев едет в Гантмахеру послушать, как должна быть устроена либеральная экономика. Да, ну что ж, последний вопрос. Потом поговорим про что завтра. Вы видели, как Путин встречается с Ильхамом Алиевым. Тут разные, так сказать, мнения. Я не знаю, если это не секрет, если известно. Какова доля русского газа в общем объеме импортируемого в Европу? Русского газа. В том газе, который импортируется. Потому что встреча с Алиевым, она наводит на мысль, что-то с Туркменистаном не так. С Туркменистаном? Нет. Газом с Туркменистаном. Я своему не помню. Там по разным странам разные, да, если я не ошибаюсь, в Германии было недавно 90%. Нет, но это же условно. Вопрос другой. Из России импортируется газ.
И вот в этом газе какова доля русского газа? Да, это самое главное. И тут самое ясно, что он уменьшается. Ну, 120 миллиардов экспорт России примерно. 30 миллиардов российского газа. 5 всего лишь. 5 миллиардов, наверное, узбекского, да. Ну, еще небольшая часть газа. Ясно. В принципе, проблема туркменского газа заключается в том, что Туркмения, она, к несчастью для с точки зрения России, она имеет общую границу не только с Россией, но и с другими странами. В частности, она есть проект строительства газопровода, который будет вести из Тикси от Туркмении через Таджикистан и Афганистан в Пакистан. Это большой рынок, да, сам по себе 120 миллионов человек. Вот. Плюс там предполагалось строительство портов Арачи, этого самого завода по сжижению газа. Вот. Туркмения, она имеет также техническую возможность, в принципе, там, очень дешевый продавать газ в Китай. Вот. И ну, слишком дешево, дорогой технически, но дешево цены на газ. И имеет, конечно, теоретическую возможность также сжать газ, и если бы там с Азербайджаном в Туркмении была нормальная ситуация, то они могли бы этот газ через Черное море, жирном виде, или через трубопровод, который очень тяжело построить, могли бы через Азербайджан, соответственно, Грузию продавать по всему миру. Вот. Но Россия в данном случае всегда, более того, в Туркмении обнаружено очень большое сейчас месторождение газа, оно является третьим по размеру месторождением в мире, поэтому ну, даже если они ошиблись, там, они знают, что надолго хватит. Но проблема, то есть Россия хочет полностью реализовать окружающие страны, чтобы они никуда не продавали газ. И второе, что в целом, конечно, в силу того, что там случилось две вещи. Первая вещь, это просто конкретно «Газпром» последние 15 лет, он увлечен другими делами, не добычи газа, а всеми другими делами. Да. То есть политической игрой, там, медиа. То есть он стал инструментом не добычи газа в руках российского правительства, а инструментом чего-то другого. Вот. Поэтому добыча газа в целом, она имеет тенденцию падать и России, в зависимости от того, как мы оценим, как в перспективе. Ну, там потом произошла техническая ошибка, там одно крупное месторождение оказалось второе гораздо меньше газа, чем там можно давать. Это проблема, это пока не ликвидирована. Потом несколько крупных месторождений, которые должны были уже запуститься уже в этом году, в прошлом году, в следующем году. В силу того, что строительство инфраструктуры, туда оно просто много денег разворовали, и будут запущены. Стоит еще дороже, да. Ну это так, то есть в принципе это так особо не влияет. Я думаю, что Россия хочет закупать газ в Азербайджане, потому что просто хочет, чтобы другой газ не закупал. Это на самом деле это очень опасная игра, потому что Россия потеряла на туркменском газе достаточно много. То есть она предложила чудовищно высокую цену, она предложила $350 для газа, который находится в Туркмении, это очень, то есть не только большая, это чудовищно большая цена. Это случилось до того, пока упали мировые цены на нефть, цены на газ, они расчетные, они падают через 6 месяцев после того, как упадут цены на нефть, поэтому получилось, что Россия заключила на пике французские нефтяные цены, это соглашение, да, а потом пришлось, так сказать, платить, то есть фактически она продавала газ в сильный убыток, где-то, я думаю, долларов 150-200 на 1000 километров. Поэтому, хотя тоже было найдено элегантное решение, как можно от этого избавиться. Они взорвали трубопровод, сказали, что... Не совсем так. Россия прекратила отбор газа, трубопроводу упало давление, там была все-таки техническая катастрофа. Да? Ну, как это? Хорошо. Но, ну, там действительно была техническая катастрофа. Не в лоб ударили, а в лоб ударили. Техническая катастрофа в связи с того, что Россия прекратила отбор газа. Да, Туркмения была, понятно, не очень счастлива.
Вот. Значит, мы здесь сидим уже ровно 2 часа. Да. Перерыва не было, поскольку там народ был вялый. И пока он включался, включился уже прошло 1.5 часа. А потом, когда он включился, уже было поздно перерыва применять. Вот. Тем более, что вы почему-то решили вопрос решать голосование вместо диктатуры. Народ не вялый, просто народ щадящий. Народ щадящий. А ее не надо. Она обещает, что Юля каждое утро бегает 1.5 часа, что является примером для всех людей, что очень важно для меня. Я 1.5 километра пробежал в совокупности за последние 20 лет, наверное. И кто, если медленный шаг, тоже приравняется к бегу. Вот. Чтобы не сидеть. Значит, у нас значит, завтра будет продолжение семинара, но понятно, что завтра, может быть, даже народ будет меньше, потому что время может быть не самое удобное, но хорошо было бы, если мы сегодня немножко дали бы задание домашнее. Юля, что мы хотели больше услышать, на какую тему, больше фактов, больше рассуждений, больше чего, в том числе, пожалуйста. Да, записочки можно было. Мне не простых русских, что они думают о Грузии, я грузин. Действительно, они думают, что это мы агрессоры, и правда убивали там вас. Я сразу отвечаю за народ, я не отвечаю. Вот пусть он знает, что народ знает. Подождите, вы не отвечаете на запад. А это очень коротко. А можно поговорить немножко о свободе и Да.